Конечно, она больна для нас всех в Украине, потому что, ну, так, может сказать, так, кавычка, война, это бойня пришла просто домой, да, возле дома она, можно сказать, да, то есть здесь я никакую сторону не могу занимать, потому что я там не был, потому что реально информационно идет, как бы, да, какая-то война, я чувствую, в информационном плане, то где-то в российском или в украинском телевидении, в западном телевидении слишком где-то переходит даже, да, перегранично слишком где-то, что там вот так, что там, что здесь вот так. Ну, центрально такого-то мнения нету. Вот. Поэтому я не могу что-то сказать. Конечно, я адекватно нового президента верю. Я, это мое мнение. И я думаю, он справится, если ему не будет мешать не внутри там майдановцы или лидеры, так называемые, новые, да, не будет мешать Запад слишком. То есть, мне кажется, он справится. Если ему не будет мешать слишком, я думаю, он справится, договорится и в этом плане. Потому что там народ тоже, мне кажется, надоело под это все это, как бы, да, бойня всякая. Кому приятно тогда? И я вижу там, я не вижу перспективы, что там будет война. Нет, я вижу, что договорятся, потому что это выгодно всем сторонам и народу, и это мое мнение. И мне пугает, конечно, некоторые там эксперты, но я эти мысли как бы не хочу приютить. Я отпугиваю эти мысли, говорю, нет, должно быть все нормально, потому что вот когда мы слышим там в Афганистане или в Ираке там взрыв или там вот столько-то убито, это тоже больно, но как-то она не так, да, далековато слишком. А вот когда видишь, вот здесь вот что-то там убили, там самолет взорвался, или вот так вот, или там пугает, там сколько убито, это не то, что больно, это как-то становится слишком непонятной болью, потому что слишком близко, потому что слишком близко люди там уходят. И здесь, конечно, ты переживаешь, хочешь, не хочешь. И хочу, не хочу, и даже я мало понимаю, но я очень верю, что решат это все-таки. И мне кажется, Россия тоже должна ответственность нести, и в этом плане решение надо присутствовать, чтобы поскорее решить этот вопрос. Все говорят провокация с каких-то сторон, как бы, да, всякое. Но это, я еще раз повторяю, что надо решить это все-таки, потому что это слишком возле дома, там столько родных, и это никакой там цели не стоит, чтобы через их трупы что-то решать, или что какие-то политические амбиции, что-то. И украинский народ и российский народ должны быть вместе. Вот. Неважно, там, какой выбор они выбрали, европейский выбор, например, да, а Восток Украины. Я сам не вижу никакого юридического смысла разделения Украины, как бы, да, в этом плане. То есть я Восток, Юго-Восток, я вижу это все полную унитарность Украины, но при этом их власти, украинская власть обещает каждому региону, как бы, да, более централизованной власти, да, как автономы примерно. Я вот читаю поэтому, и мне кажется, им стоит поверить и идти к этому конъюнктуре, то есть договориться. А войной это ничего не решит, вот операции жесткие. Ну, смерть всегда порождает смерть, агрессия порождает всегда агрессию. То есть агрессию останавливает только агрессия. Вот Гитлер, да, просто пример. Его остановили только с агрессией, и все. Войной только останавливается агрессией. И войной, договорами, это на столах, мне кажется, трудно решать. Я всегда говорю, потому что я сын военного человека, и всегда говорю, что военным не надо давать политического козыра. Они, для их послушаешь, такое ощущение, что никто живым потом скоро не останется, а ночью. Потому что, мне кажется, их к этому учат. Это мое мнение, конечно. Я столько военных друзей есть тоже, но вот у них я ни разу не услышал хорошего такого прогноза, да, нет, не будет войны. Да их что? Потому что их учат к этому, мне кажется, защищаться или атаковать, как бы решить. А мы гражданские люди, конечно. Нас именно в этом кризисе, нас этим пугать не надо. То есть. Поэтому я считаю, что надо решить. Это мое мнение. И, конечно, они меня не послушают, но я призывал, чтобы решили этого, в конце концов, чтобы, ну, не было, прекратился это балаган. Вот. Это мое, как бы, чистое такое. Даже просьба, можно сказать. Вот так. Я молюсь Богу, чтобы это поскорее решилось. Молюсь, потому что не хочу этого, действительно. Она слишком близко. Вот и все.